мой земляк Лазар Дзотов, ему было 22 года, это старший лейтенант, и 15 августа 1942 года он осознанно бросился на немецкий дзот, закрыв его грудью, то есть, чтобы спасти, сохранить жизнь своим подчиненным двум взводам, потому что всех командиров убило. Но еще был в сознании, видимо, прошли так, что он был еще в сознании. К нему подбежали его подчиненные, хотели, он им приказал вперед выполнять боевую задачу. Он не дал возможности собой заниматься. И они пошли. Они, естественно, забросали справа и слева два взвода, забросали гранатами. Естественно, замолчал этот проклятый дзот. Но они когда вернулись, он уже был мертв. В руках у него была записка, вложенная в комсомольский билет, окровавленный весь. Он, то есть, успел написать, умирая своей кровью, как бы исповедь, завещание. Вот. Когда каждый раз я сам вот просто вот эти читаю эти строки, меня бросает просто, как говорится, в дрожь. Вот. Слова такие. «В своей службе советскому народу дерусь до последней капли крови за честь, за совесть, за достоинство советской земли. Я верен своей воинской присяге, которую дал перед лицом великого моего народа. Остаюсь до последней минуты своей жизни верным сыном советского народа». Ну, тут комментарий излишний, наверное.